Всем привет, это СБ1813 или просто Саймон. И бонус к этой пачке реакций, которая сейчас была, я совершенно забыл. В очередной раз забыл, короче, Dunkverst, да, я, наверное, опять неправильно читаю твой ник. Короче, очень-очень долго он ждет группу Currents и их трек The Dead We Seek. Значит, как, может быть, уже не этот трек. Это вроде как последний сингл, собственно, которым он написал. То, что изначально он писал... Я просто сегодня смотрел, когда разбирал, собственно, вот эти вот 80, да, комментариев, которые мне написали, и я несколько раз видел, да, что чувак просто уже просит, такой, ну, сделай, пожалуйста, реакцию на Currents. Поэтому я немножечко вот ему все-таки отдам должное, что немножечко его реакцию продвину, а потому что она должна была быть еще через пачки две, наверное, дай бог, реакции. И мне кажется, он просто уже не дождется ее. Так что вот бонусом будет вот эта реакция сегодня на Currents, на The Dead We Seek. Я надеюсь, кстати, что они называются Currents, а не Currents, там, что-нибудь такое. Так что, как бы, вот такой вот приятный бонус, надеюсь, он выложится. Опять же, надеюсь, он будет приятный, да, потому что про Currents, что я помню, что они, опять же, играют какой-то кор, и все. Какой именно кор они играют, я не помню. Может быть, это будет тупой металкор, а может быть, дедкор, а может быть, не тупой, может быть, это будет что-то прям крутое. Так что сейчас заценим, собственно, и клип, и трек, и, опять же, я надеюсь, что мне это понравится, потому что меня бесит уже, когда... Я беру группы, которые мне вроде как не нравились и которые я не слушаю, начинаю их, на них реагировать, и я понимаю, что они мне и сейчас не нравятся, и почему я их не слушаю. Потом как-то приходится объяснять как бы вам, да, тем, кто мне пишет, что «Воп, смотри, какая крутая группа», что на самом деле для меня она не крутая. Надеюсь, с ними так не будет, от них я побалдею, потому что я не помню, как они звучат. Но в любом случае, собственно, поехали, сейчас это и узнаем. Нормально так вступили. Ну вот, тоже вам вполне себе злые гитары, кстати. Четкие, жирные, злые гитары. Ибанезы. Звучит пока неплохо, но опять же, чего-то такого сверхнового я не слышу. Прям я это все, в принципе, уже наблюдал ранее у других групп. Но мне нравится у них на фоне вот этот атмосферик, который прослеживается, это прям хорошо. То есть, в отличие от других, например, групп, которые вот были в этой пачке, металкорно обычные, у этих так атмосферно достаточно получается. Хотя вот этот момент, это прям вот тоже такой обычный модерновый металкор. Ну, точнее, даже не металкор, блин, как это называется.
Ну, такой совершенно дженерик припев, если честно. Просто сейчас слушаю, пытаюсь вспомнить, у кого я вот мог слышать. Просто там и тональность, и звук. Вот прям я это уже слышал у кого-то. И вокал вот такой. Ну это современный металкор называется, мне кажется. Типа, вот он так и звучит. Опять же, звучит он неплохо. Звучит он неплохо, как бы жирненькие гитарки, все слышно. Вокалист старается. Так, ну вот мы посмотрели клип, послушали трек The Dead We Seek от группы Currents. И интересно, вот эта вот рыжуля, которая на фотке, это и есть этот вокалист бородатый? Если да, то внезапно. Короче, Данки Вурст. Что я тебе хочу сказать? Долго ты ждал эту реакцию для того, что я сказал, что я ничего нового не услышал. Ну, серьезно, блин, вы мне кидаете иногда вот просто обычный металкор. Просто типа он современный обычный металкор. Чего мне про него говорить? Просто я не тот человек, который реагировал бы на что-то. Блин, как это правильно сказать? Я очень много музыки, короче, в своей жизни слышал. Особенно вот кор-музыки. И вот это меня настолько не удивляет. Это типа, ну, хорошо звучит. Это, в принципе, окей, в перемешку с чем-то я даже готов такое послушать. Опять же, да, это не звучит как вот Killswitch Engage, да, какой-нибудь. То есть, с другой стороны, это звучит как что-то другое, вот очень сильно мне напоминает, я не помню только что. Как бы окей, но так, для меня просто такая музыка, она относительно проходная. Типа. То есть она просто неинтересная мне. Ну типа, ну да, ну металкор, ну типа, ну окей. Вот оно, опять, металкор, вот на этом все и заканчивается, к сожалению. То есть нет чего-то такого, чего я такого, вау, это прикольно, вот за это я и буду слушать. Нет, такого не было. Тут единственный момент мне вот с блазбитом понравился, когда там на фоне, причем даже не из-за блазбита, а вот на фоне там была атмосферика какая-то. И вот в принципе из-за того, что это такой более атмосферный все-таки металкор, наверное, можно сказать. И то из-за вот именно эмбиента. Вот в этом плане, может быть, я их выделил. А во всем остальном они как бы, ну, все то же самое, что я слышал ранее. Так что, ну, так вот. Может, опять же, у них какие-то треки поинтереснее есть. Клип прикольный, клип такой темный, мне понравился, в принципе, вот на какую-то такую вот оккультную тематику, все это с жертвоприношением каким-то, с демонической фигней, да, в принципе, сама группа тоже прикольная, что она вся такая затемненная. То есть, не, атмосферный клип с атмосферным треком, тут я спорить не буду, как бы вся эта тема есть, но не впервой мне это все это видеть, слышать и так далее. Так что, как бы, окей, но переслушивать бы я, наверное, их не стал. Вот такие дела. Спасибо всем, кто посмотрел реакцию. Ссылочка в описании, нравится, сами все знаете. Опять же говорю, если у Currents есть что-то реально более годное, более интересное, вот, то обязательно кидайте, посмотрим. Я не против их смотреть, то есть я от них не плююсь ни в коем случае. Вот. Но просто пока что неинтересно. А так как бы, окей, пойдет. И, в принципе, наверное, все. Вот теперь точно пачка реакций первая, ну, не первая, в смысле, вот эта вот, с которой я сейчас начинал, закончилась. Следующая пачка реакций будет не знаю когда, но я сейчас постараюсь их делать почаще. То есть мне нужно все-таки 8 пачек реакций, по-моему, помимо этой сделать. Поэтому в этом месяце ожидайте как минимум еще 3, наверное, точно. Такие дела. Ну и, в принципе, все. Я пошел и пока.